Прекрасное подмосковное утро. Мы находимся в Новом Пушкино. Здесь у нас квартира Алексея на 4-м этаже. Приехали мы сюда забрать баннер, который нужно будет подготовить для растяжки. А потом, конечно, мы поедем в офис. У нас грандиозные дела по сбору мебели, которую мы туда завезли. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Вот заходим сейчас к лифту, и вот смотрите, такое объявление. Это именно тогда, когда вы заказываете с бригадой отдельно по работе договориться, а вам нужно будет, например, все это дело закупать. На 32 мешка взяли больше, чтобы его продать. Так, смотрите, вот этот баннер. Показывает. Он сейчас разлегся немножко, да? Растянулся. Будем его сюда, на этот балкон, вешать. Так, сейчас отопление перекрыто. В принципе, не нужно сейчас пока еще отапливать. Солнечная сторона. Вот такой, смотрите, здесь гардероб. Вот сейчас посветлее, а то было темно. Видите, здесь все щечки. Конечно. Ну и в прошлый раз завозили вот весь черновой материал. Так, приехали мы к нашему зданию в офисе и идем, короче, собирать нашу мебель. У нас процесс идет, собрали стульчики, сейчас приступили к столу. Так, ребят, мы вовремя спустились в М-видео, потому что компьютер сейчас может подорожать на 10%. Также мы взяли роутер, нам роутер тоже пригодится, вот такой вот тоже, но уже с подорожанием цены на 15%. И вот такой вот принтер, тоже HP, по Wi-Fi ловит хорошо, и он тоже может подорожать, но мы до подорожания за 16 тысяч его успели взять, поэтому, блин, капец, дорожает все, блин. Пока у нас идет процесс сборки мебели, давайте посмотрим, какие успехи у наших ребят в городе Сочи. Наши прорабы на месте, все работает. Посмотрим результаты работы и отчитаемся перед нашими клиентами. Всем привет! И сегодняшний день мы начинаем с нового объекта, который взяли на чистовой ремонт. Он находится в центральном районе, это переулок Горького. ЖК «Сокол». Вот такой крутой комплекс. Здесь квартира у нас на 7-м этаже. 81 квадратный метр. Черновой ремонт выполняла здесь другая компания. Собственник от нее отказался. Она его не устроила. И с сегодняшнего дня приступаем мы к чистовому ремонту. Ну и доделкам, да, по черновому, которая, да, не успела доделать предыдущая компания. Вот, ну и посмотрите, какие особенности здесь района центрального. Вот такие, видите, склоны, подъемы. Вдоль дороги стоят машины, все узко. Ну и как бы такой вот контраст, да, рядом вот такой крутой комплекс, а вокруг вот такие старые домики. Вот такая вот особенность точечной застройки в городе Сочи. И сегодня я хотел вам еще показать несколько объектов, в которых мы уже выполняем ремонт, и новый объект, еще один, на чистовой ремонт. Ну а сейчас пойдемте посмотрим. Так, вот на 7-м этаже мы, квартира 176. Ну, давайте сделаем небольшой обзорчик, как здесь выполнен черновой ремонт. Перегородки здесь все с гипсокартона. Будет декоративная штукатурка. Будут плинтуса скрытые.
скрытого монтажа будут двери высотой 2,30, 2,40, по-моему, даже, да, 2,40, они уже куплены, стоят в комнате. Ремонт здесь дизайнерский будет, ванна уже есть, и нам предстоит доделать то, что не доделала предыдущая бригада. Это вот здесь установка конвекторов напольных во всех комнатах. Здесь часть стен не заштукатурена. Ну, а начнем мы с вами с санузла. И сегодняшний день у нас здесь начнется, да, с санузла, как я сказал. И начнем мы это с демонтажа. Вот этой перегородки, вот эту перегородку, саму металлоконструкцию нужно будет переделать. Она такая хлипкая достаточно. Плюс водорозетки выставлены не по уровню. Ну и вот этот коллекторный шкаф, видите, как криво собран, его нужно будет перебрать. Вот. Ну и, соответственно, демонтаж нужно будет выполнить вот этой стяжки. Она, видите, сделана выше, чем основной пол. Вот. А поднимать ее не вариант, потому что придется наливным полом лить 2 сантиметра тогда по всей квартире, чтобы не было порожка. Вот, поэтому будем пробовать ее опустить. Мешает этому сейчас вот здесь канализация, которая проходит. Попробуем ее спрятать в короб. Если все получится, то демонтируем. Вот, и уже после этого приступим к монтажу перегородок. Электрического теплого пола он здесь будет. Ну, потом уже поклейка плитки. Так, ну и давайте вот посмотрим материал, да? Вот такие конвектора, крутые. Плитка, посмотрите, 60 на 1,20 м керамогранит. И давайте посмотрим двери. Двери плинтуса, двери профиль дорс, такие скрытого монтажа плинтуса. Ну, то есть, надо понимать, что ремонт непростой, сложный. Вот, поэтому давайте будем вместе следить, как у нас здесь проходит работа. Я думаю, что видео будут интересные по этому объекту. Приехали мы с вами на следующий объект, но, к сожалению, добраться до него не получается. Дорога перекрыта, делают асфальт. Это Гранд Парк на Тимирязева. Ну что делать, идем пешком. Так, ребят, тут одна из квартир на Гранд-парке у нас, где мы выполняем чистовой ремонт, 106-я. И на данном этапе вот у нас выполнен санузел, уже готов. Плитка смонтирована, вытяжка, душевая лейка, унитаз. Все установили. Сегодня ждем стиральную машину. Вот, и поставим раковину и гардину для душевого поддона. Будет у нас шторка. Ну и следующий этап у нас укладка ламината в комнатах. Он пришел. Вот, нужно его забрать будет на днях. И будем укладывать. Так, уже завечерело. Время у нас 6:00. Вот таким образом у нас все собралось и получилось. Сейчас ребята налаживают технику. Таким образом у нас выглядит весь уже собранный офис. Остается лишь только такие мелочи, как столик, какая-нибудь зелень. В общем, мы это все подготовим. Сейчас пока вот в таком вот процессе. Нужно сделать влажную уборку, все протереть, все подготовить. Еще была такая идея. Я, помните, вам говорил, какую-то определенную такую ширму поставить именно с логотипом с нашим. Ну, еще подумаем по поводу стен, которые остаются в белом цвете. Очень хорошо то, что мы выбрали именно белый и черный цвет. Все играет, в принципе, нормально. У нас в Сочи все белое, а здесь вот бело-черное сделали. Нормально, техника работает, которую я вам уже показывал. Все нормально. Сейчас загрузим определенные файлы, которые нам понадобится для ремонта именно в Мытище, в Подмосковье, поэтому к нам обращайтесь. Желаю вам хорошего дня. Обращайтесь по телефону, который вы видите на экране.
Это номер, по которому вы связываетесь именно со мной. Не забудьте подписаться на канал Мастер Хаус Мытище. Там очень много полезной информации. Если вам нужен ремонт в Подмосковье, в ближайшей даже Москве, будем рассматривать. Всем желаю хорошего настроения. Всем удачи, пока.